Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Наконец-то я села перед вами и рассказываю о Польше. Сегодняшняя тема будет, как быстро снять квартиру на территории Польши, как правильно подписать договор и вообще, где искать квартиру. Поэтому, если вам это будет интересно, то продолжайте смотреть дальше. Я напомню для вас еще раз, что я живу в городе Гданьске, это Трумяст, Поморское воеводство. Потому что вас каждым днем становится все больше и больше. Я безумно этому рада и благодарна каждому, кто подписывается на мой канал. Но многие из вас забывают, где я живу, и что все равно, хоть и законы есть одни и те же написаны в Польше, но в каждом воеводстве алгоритм подписания договоров, алгоритм подачи даже на ту же карту побыта совсем разный. Поэтому я именно рассказываю, как происходит у нас, и вы уже подстраиваетесь под свою ситуацию, под свое воеводство. Когда-то на моем канале 2 года назад было такое видео, как снять квартиру на территории Польши, где искать, какие сайты. Практически все то же самое осталось. Сегодня я что-то вам напомню, что-то новое, может быть, расскажу для вас. Но если вы хотите, вы можете посмотреть это еще раз видео. Там, конечно, качество не такое уж было отличное. И по звуку, возможно, тоже не так было хорошо слышно. Но саму суть вы поймете. Поэтому первое, самое главное, перед тем, как вы будете переезжать на территорию Польши, определитесь, в какой город вы хотите ехать и за какую сумму вы хотите снять жилье. Это очень-очень важно, потому что я вам уже когда-то рассказывала тоже, сколько нужно иметь в Польше денег, что вы, когда приезжаете, вы платите и за первый месяц, и за последний месяц проживания, когда вы снимаете квартиру. То есть это не маленькая сумма, особенно если вы хотите снять двухкомнатную либо трехкомнатную квартиру. Когда вы снимаете просто комнату, это где-то 500-700 злотых, в зависимости, опять же, от воеводства. Есть некоторые даже комнаты и за 300 злотых, но вы должны тоже понимать, чем меньше цена, тем хуже условия. Некоторые хозяева берут эту кауцию, то есть предоплату за последний месяц, некоторые не берут. Но что касается квартир, берут все буквально, потому что это гарантия того, что вы не украдете, не выйдете, не оплатив за квартиру и так далее. У меня часто также спрашивают, возможно ли искать с Украины квартиру, потом приезжать и сразу вселяться. Зачастую так происходит, что хозяева квартир хотят сейчас и сразу сдать эту квартиру. Никто не будет и никто не хочет, точнее, ждать именно вас. Потому что пока он вас ждет в течение 2-3 дней, нет гарантии, то, что вы точно приедете и снимете эту квартиру. А бывает так, что именно в этот же день вечером кто-то приходит, смотрит, говорит: я беру эту квартиру, я даю вам уже и задаток, и за последние месяцы я вам даю, все вам даю. Главное, дайте мне ключи, я буду здесь жить. Поэтому чаще всего хозяева не практикуют такую ситуацию, чтобы квартира стояла неделю-две недели в ожидании вас. То есть они хотят сейчас и сразу. Когда вы приезжаете уже сюда, в Польшу, я вам уже тоже советовала, снимите отель, либо там гостиницу, либо же комнату на 2-3 дня. И чем меньше вы на дни снимаете, тем у вас меньше дней становится для поиска жилья. И как всегда, вот честно, я уже закон подлости, я смотрю, у всех всегда все в последний момент снимают. То есть если вы живете в гостинице 2 дня, то на второй день вы 100% снимете квартиру. Я также говорю, что больше 3 дней нету смысла искать квартиру. После 3 дней либо же меняйте условия поиска квартиры, то есть меняйте, что вы хотите видеть в этой квартире, либо же поднимаете сумму аренды за квартиру. То есть если вы искали квартиру за 1500 со всеми оплатами, двухкомнатную, в отличном районе, чтобы везде были автобусы, трамваи и магазины, ну, логично, что вряд ли вы уже найдете такую квартиру. Поэтому берите уже ставочку немножко выше, 1800-2000 злотых за двухкомнатную квартиру, и тогда диапазон квартир, возможно, будет больше, и вы сможете найти свою именно квартиру. Если так получается, что вы находите квартиру, вы договариваетесь на просмотр, приходите, и вы понимаете, что да, вы хотите здесь жить, вас буквально все устраивает, вы должны быть настойчивым и убедительным для хозяина. Потому что на данный момент нас здесь очень много, я говорю нас о иностранцах, обобщаю всех сразу, нас здесь очень много. Я не могу гарантировать, что вторая семья, которая приезжает сюда, либо же один человек иностранец, который приезжает сюда, он очень порядочный, он убирает, он готовит и он ничего не замажет. Все мы люди, каждый
по-разному воспитан, понятное дело. Но если вы чувствуете, что вы будете дбать о мешкании, как по-поляки говорят, то есть ухаживать за квартирой, вы не нанесете какие-то ущербы этой квартире, то говорите сразу, что вы приехали сюда надолго, вы приезжаете сюда с семьей, вы подаетесь на карту побыт. Если у вас же карта поляка, то говорите сразу, что карта выдается на 10 лет, вы подаетесь на карту сталевого побыту, а это означает, что вы имеете все такие же права, как и поляки. Когда у вас карта временного побыта, либо же виза, либо биометрический паспорт, немножко тяжелее, но все же. Если вы настойчиво говорите, что у вас есть здесь работа, вы переезжаете с семьей, у вас есть дети, которых вы хотите здесь содержать, потому что не видите будущего в своей стране, немножко нужно где-то в каких-то ситуациях даже приврать чуть-чуть и рассказать красиво, чтобы вам поверили. Конечно, я не говорю, что прям аж сильно врать, но убедительно врать нужно. Если вы только переезжаете, у вас еще, конечно же, нету работы, но вы понимаете, что через неделю-две вы уже найдете работу, либо же у вас есть, вы просто ждете приглашения на эту работу, говорите хозяину, что вы уже работаете. Если с вами приехала семья, муж там, либо же там жена с вами приехала, да, там детки, то сразу говорите, мы отправляем ребенка в садик, в школу уже. Дальше, если вас спрашивают, а жена работает? Да, жена работает, пускай она не будет работать еще, но она работает. Это гарантия того, что вы платежеспособны и сможете оплачивать данную квартиру. И для хозяина это очень-очень сильно важно. Следующее – это не бойтесь говорить с хозяином и также диктовать свои правила жилья в этой квартире, которую вы находите. То есть бывает так, что вы заезжаете в квартиру первый раз, когда до этого момента никто в этой квартире не жил, и там практически ничего нет. Спрашивайте у хозяина, мог бы ли он привезти там на первое время вилки, ложки, тарелки, какую-то посуду. Все мы люди, в принципе, если хозяин настроен, чтобы вам сдать эту квартиру, то он будет для вас что-то делать, потому что он хочет вам дать условия жилья нормальные, чтобы вы впоследствии платили ему и как можно дольше снимали эту квартиру. Когда вы подписываете договор, подписывайте сначала договор минимум на год. Это гарантия и для вас, и для хозяина, что вы живете здесь долго. Потом, если вас все устраивает, вы хотите дальше оставаться в этой квартире, можете подписать и на 2, и на 3. Это, в принципе, сильно на что-то не влияет. Но на полгода я вам не советую подписывать. Вот минимальный срок, чтобы подписать договор на квартиру, это где-то год. Также не бойтесь спрашивать, если вы видите, что в квартире есть какие-то изъяны, может быть, какие-то проблемы, где-то какие-то дырочки, что-то нужно замазать, протереть, починить, говорите хозяину, что вы можете сделать это, например, за свой счет, но вы предоставите чеки, и это компенсируется в оплате за жилье. Также спрашивайте иногда, пытка не пытка, за спрос не ударит вам в нос. Вы также можете спросить, можно ли, например, на 100 злотых меньше платить за эту квартиру. Конечно же, квартиру можно искать как самостоятельно, так и с помощью риэлторов. Я вам говорила плюсы и минусы поиска самостоятельного, поиска через риэлторов, либо же через знакомых, через друзей, либо же через таких же блогеров, которые сидят по ту сторону экрана, которые живут уже долгое время. Возможно, некоторые из них также занимаются и помогают искать квартиры. Минус риэлторов, вот из этих всех трех групп, я вам скажу такое, что у них очень маленькая база квартир. И эти квартиры либо очень по высокой цене, либо по очень маленькой, но не в хорошем районе, можно так сказать. Поиск самостоятельного квартиры есть тоже минус, потому что незнание языка, но если вы заучите такие самые-самые важные фразы там, потому что когда вы звоните по телефону, в принципе, одно и то же вы спрашиваете, а что мешкание есть актуально, а когда можно забачить то мешкание, нет. То есть вы спрашиваете, в принципе, одни и те же фразы. То есть заучите базовые фразы для поиска жилья, и я думаю, вы сможете договориться о встрече и посмотреть эту квартиру. А уже на месте, поверьте, когда дело доходит уже до подписания договора, отдачи денег, сразу все друг друга начинают понимать. Сайты для поиска жилья я вам оставлю также в инфобоксе, но это самый популярный OLX. Если что касается Trumiasta, это, конечно же, Trumiasta.pl. Есть еще Otodom, Gumtrea, Dom.pl и еще куча-куча разных сайтов, которых я вам оставлю в инфобоксе. Они идентичны, они очень похожи, в них ничего нет сложного для поиска. Вы можете перейти на мое первое видео, когда я снимала 2 года назад. Я показывала пример, как искать на сайте жилье. Самое важное, вы должны
обозначить город, где вы ищете, также выбрать диапазон сумм, на которую вы рассчитываете. Берите самые ниши, например, от 900 злотых до 2000, если двухкомнатную, я говорю, да, за двухкомнатную квартиру. Отмечайте также, чтобы это было с мебелью, и отмечайте комнат, сколько вы хотите. И еще очень важно отметить без посредников. Когда вы находите, кликаете на определенную квартиру, нужно обязательно обратить внимание свое на сколько квадратных метров в этой квартире, какие комнаты, то есть они отделены стенками, проходные это или непроходные комнаты. Дальше очень важно обратить внимание на услуги коммунальные, входят ли они в аренду, либо же нет. Так званый чинж – это сумма эксплуатационных платежей. То есть помимо света, воды, там, газа и так далее, вы платите чинж. В чинж входит, я вам уже тоже рассказывала, это уборка подъездов, это вывоз мусора, озеленение вокруг дома. Также в некоторые чинши входит еще определенная сумма горячей и холодной воды. Иногда включен также газ, электричество, интернет и за телевизор, это уже во властном укрэще, то есть вы уже платите самостоятельно. Ну и также сумма кауции, тоже смотрите внимательно, иногда она бывает такая же, как сумма первомесячного платежа за квартиру, иногда намного больше бывает. Поэтому читайте внимательно и считайте также, потому что если, например, квартира стоит 1500, чинж 350, это уже 1850, написано плюс газ, свет, тут тоже нужно рассчитывать по-разному, потому что у нас, например, на квартире свет считают каждый второй месяц, и это где-то 100-150 злотых выходит на каждый второй месяц, то есть где-то 50-75 злотых в месяц. Газ, он рассчитывается иногда раз в год. Вода рассчитывается раз в полгода у нас. То есть в каждом районе, в каждом воеводстве все делается по-разному. Это уже все нюансы, вы будете разговаривать с хозяином квартиры, когда будете именно снимать. Ну и не стесняйтесь спрашивать, сколько приблизительно в месяц вы будете должны платить. Также не забывайте, что в летний период вы платите немножко меньше, в зимний чуть-чуть больше. Есть также, когда вы снимаете квартиру, вы платите одну и ту же сумму, а потом за год переходят перерасчеты. И если вы, например, переплатили, то вам возвращают эту сумму, если не доплатили, то вы должны будете просто заплатить. Ну и самое важное, когда вы уже нашли, встретились, вам понравилась квартира, это подписание договора и мельдунок, то есть прописка временно. Здесь очень важно не напугать ни хозяина и ни себя. Перед тем, как вы только хотите подписать договор, когда вам понравилась квартира, спросите у хозяина, сдает ли он квартиру эту легально и подписывает ли он с вами легальный договор. Это очень важно для вас, когда вы будете подавать на карту временного побыта, на карту сталевого побыта. В общем, для легализации дальнейшей вашей это очень важно. Что касается мельдунка, хозяева очень часто пугаются этого слова, потому что они думают, что вы уже имеете все права. Сразу говорите, что у вас будет мельдунок часовый, и он будет на период, либо насколько у вас есть виза в паспорте, либо же на тот период, который выдан договор. То есть, если виза у вас на полгода, а договор выдан на год, то тогда вам сделают временную прописку на полгода. Потом вы можете ее продлить. Говорите сразу хозяину, что в ужинте его присутствие не нужно. Вы просто берете паспорт и договор и идете прописываться, временно прописываться. Самое главное это слово «временная прописка». И вы при этом не имеете никаких прав. Говорите сразу, что если вы не будете платить, вы выйдете в зимний период, вы тоже выйдете. То есть, если хотите снять реально эту квартиру, нужно не напугать хозяина, а наоборот его успокоить и сказать, что все будет хорошо. Чаще всего, точнее последнее время, хозяева подписывают умовую газационную. То есть это когда вы идете к нотариусу и подписываете такой договор, где говорится, что в случае, если вы не платите зимой, потому что в Польше есть такой закон, если вы не платите в зимний период, то вас хозяин не имеет права выгнать. Но если вы подписываете вот эту оказациональную умову, то это означает, что если вы не заплатили зимой и у вас есть ребенок, они имеют вас право выгнать.
и вы просто подтверждаете в этом договоре, что у вас есть адрес, где вам можно жить. Нотариальный такой договор на жилье стоит от 100 до 300 злотых, все зависит, опять же, от города, нотариуса и так далее. Иногда платит сам хозяин за эти услуги, иногда он хочет, чтобы вы именно заплатили за эти услуги. Поэтому это тоже тут по обоюдному согласию между хозяином. Но если у вас нет знакомых поляков, которых вам могут подтвердить, что в случае, если вы не будете платить, вы переедете к ним, то лучше тогда ищите квартиру без такого договора. Когда вы уже решили с договором, обязательно сделайте ксерокопии своих паспортов, чтобы хозяин прикрепил. Также, когда подписываете договор, посмотрите на документы хозяина. Еще очень важно, в договоре обязательно должен быть указан номер кщенгеведчистой, то есть так называемый у нас номер домовой книги. Если хозяин не дает, то это не беда. Я говорю, опять же, о нашем воеводстве, это не беда. Вы можете взять нотариальный акт, подтверждающий того, что хозяин является владельцем этой квартиры. Бывает так, что тот, кто вам сдает, он не является владельцем, но имеет права на сдачу этой квартиры. Так вот, вам нужно взять вот это вот полномочие, что он имеет право сдавать вам эту квартиру и то, что она сдается вам легально. Это также очень важно при подписании договора. Еще одним нюансом, когда вы снимаете квартиру, при хозяине проверяйте все. Как раскладывается диван, как собираются стулья, как открываются окна, есть горячая либо холодная вода, как включается стиральная машинка, работает ли духовка, печка, какая нужна посуда на эту печку, потому что есть иногда индукционная плита, есть газовая, то есть не вся посуда подходит под разный вид комфорта, да? Поэтому вам нужно все узнавать, как сортируется мусор, есть ли подвал к этой квартире, то есть пивница, включено ли парковочное место, где выбрасывать мусор. Поэтому проверяйте все, ходите с хозяином везде, пусть вам каждый ключ проверит, откроет. Это занимает время, но это и гарантия для вас, что все будет исправно. И еще одним моментом очень важным — переписать договор все счетчики, показатели всех счетчиков. Говорите с хозяином, как вы будете платить за квартиру, то ли это будет банковский счет, где вы будете делать перевод, то ли же вы просто будете встречаться и отдавать на руки сумму. То есть эти нюансы вы тоже должны говорить. Обязательно оставляйте друг другу номера телефонов контактных, берите дополнительных, там, мужа, жены, чтобы можно было связаться. Советую вам также брать еще адрес почты, мейла, да, чтобы вы могли также переписываться в случае, если вы, например, выехали или телефон у вас не работает. И также, чтобы вам хозяин мог пересылать сканы всех оплат за счета, например, за воду, за свет, за газ, чтобы вы были уверены, сколько вы платите. Ну и, в принципе, это и все на сегодня. Я надеюсь, что я вам разжевала от начала до самого конца, и вам немножко легче будет искать квартиру на территории Польши. Самое главное, не бойтесь. Поддержка у вас всегда есть, помните об этом. Так что удачного вам переезда в Польшу, ну а мы с вами видимся совсем скоро в следующих видео, и всем пока-пока!